Եվ այսպես ուշադրություն հակառակորդը ամեն պահի փորձում է հարվածել։ Մենք պետք է չթուլանանք, ոսոխին եթե թուլ տանք, նա կմտնի նաև Երևան։ Ձեզ ներկացնում ենք սենսացիոն տեսանյութեր։ Все вытекающие вопросы взаимоотношений с входящими в состав бывшего Союза СССР суверенными государствами подлежит урегулированию на основе договоров и соглашений. Ադրբեջանի հետ սարմանների դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա իրականաց գործընթացը սկսելու մեր պատրաստակամության մասին եւ խոսել ենք դրա համար անհրաժեշտ պայմաններ ձևավորելու վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերվում է նաեւ պատրաստակամություն ենք հայտնել այդ թվում Յակոմիսկի խմբի համանախագահների հայտարարությանի պատասխան վերսկսել խաղաղ գործընթացը Ադրբեջանի հետ։ Ինչ վերաբերվում է ձեր նշած իրավական փաստարկներին, ես կարծում եմ, որ մեր մասնագետները այդ փաստարկները ուսումնասիրում են, ձեր խոսքը եւս մեկ անգամ ուշադիր կլսեն եւ կտեսնեն, եթե լրացուցիչ փաստ եւ փաստարկ կա, որը մենք պետք է եւս մեկ անգամ դիտենք եւ դիտարկենք, անպայման կանենք։ Շնորհակալ եմ։ Самолет НАТО от уничтожения российскими ПВО спасла всего лишь минута полета. Самолет НАТО едва не нарушил границу России. Полеты военной авиации НАТО едва не завершились серьезным ЧП. Немецкий военный патрульный самолет Lockheed P-3 Orion, имеющий на вооружении управляемые и неуправляемые ракеты, а также авиационные бомбы, едва не нарушил границу России, подлетев к воздушному пространству Калининградской области на расстоянии всего лишь 5-6 километров. Согласно данным, имеющимся в распоряжении информационно-новостного агентства ОВЕ. ПРО, самолет НАТО мог специально устроить провокацию рядом с границами России, поскольку, судя по маршруту его полета, последний целенаправленно двигался к границам воздушного пространства Калининградской области, где, совершив несколько кругов, лег на обратный курс. С учетом скорости полета немецкого патрульного военного самолета Lockheed P-3 Orion, последний пересек бы границу России уже в течение последующих 2 минут, а спустя несколько секунд практически наверняка был бы сбит российскими средствами ПВО. Это свидетельствует об очень серьезном инциденте. Несмотря на отсутствие комментариев на этот счет со стороны Минобороны России, судя по данным ЭЦБИ, после приближения немецкого военного самолета к российским границам, последний активно начал подавляться неизвестной системой радиоэлектронной борьбы, о чем свидетельствуют перебои с его отслеживанием, что не исключает версии того, что именно по этой причине НАТО предпочло завершить миссию рядом с Калининградской областью, опасаясь вероятных последствий. Отвечая на вопрос о ситуации на армяно-иранской магистрали, Никол Пашинян отметил, что в декабре 2020 года вооруженные силы Армении были отведены на границы, унаследованные от Советской Армении. «Этот процесс был осуществлен для того, чтобы избежать новой военной эскалации», — сказал Пашинян. При этом в декабре была достигнута договоренность о том, что эта дорога должна беспрепятственно использоваться армянскими транспортными средствами. Предполагаю, что в тексте договоренности нет упоминания об иностранных грузах, и Азербайджан воспользовался этим. По всей вероятности, это сделано в ответ на наше заявление о том, что в заявлениях 9 ноября и 11 января не прописан пункт о предоставлении коридора через Армению, сказал Пашинян. Баку фактически установил таможню на армяно-иранской автомагистрали, подвергая рэкету иранские фуры. При этом правительство и парламент Армении не сказали ни слова в упрек Алиеву. Наоборот, Никол Пашинян попытался оправдать эти действия, фактически намекнув, что если они не позволят Баку установить таможню на участке у Варатана, то придется сдать всю армяно-иранскую границу под Зангезурский коридор. Армения, принимая, что коммуникации в регионе должны быть открыты, заявляет, что иностранные грузы, пересекая границу страны, должны проходить таможенные, паспортные и другие пункты, как зафиксировано в договорно-правовой базе СНГ, сказал Никол Пашинян. Таким образом, Армения не соглашается предоставить коридор Баку под контролем Федеральной службы безопасности России, заявляя, что готова открыть коммуникации, но с обязательным прохождением таможенного и пограничного контроля. В ответ Баку в присутствии России устанавливает таможенные пункты уже на территории Армении. В августе, когда Баку на 2 дня перекрыл дорогу Иран-Армения на 2 отрезках, было заявлено, что их охрана передана российским пограничникам.
правительство заявило о расширении 102-й российской базы на Сюникский Марс. Были ли подписаны документы, определяющие функции российских войск? Согласилась ли Россия охранять границы Армении, выдвинув ультиматум о передаче ей коридора через Мегри? И входит ли в обязательства России обеспечение безопасного продвижения грузов и машин по дороге Иран-Армения? Пашинян фактически обвиняет Россию в намерении взять под контроль армяно-иранскую границу с целью передать ее Баку и Анкаре. То, что мы видим на дороге Гарис-Капан, очень важно. Это то, о чем мы упоминали много раз с тех пор, как в ноябре было достигнуто соглашение о прекращении огня, заявила посол Соединенных Штатов в Армении Лина Трейси. Предупреждали ли Соединенные Штаты Никола Пашиняна не передавать функции безопасности границ Армении России? Все элементы соглашения о перемирии 9 ноября обговаривались с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, были частью диалога, за исключением вопроса о размещении российских миротворцев, в интервью радио Азатутин заявил бывший американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Кэрри Кована. В группе обсуждалось, что лучшим решением стал бы состав миротворцев, в котором не были бы представлены ни соседние страны, ни страны-сопредседатели. Думаю, Россия была согласна с этим и почему она ввела своих миротворцев. Мне кажется, это было связано с угрожающей ситуацией для территорий под армянским контролем, динамичными развитиями вокруг Шуши. Так что я понимаю, что сделала Россия, но до этого все остальные элементы обсуждались, сказал он. Состав миротворцев в Арцахе становится главным триггером урегулирования, и от его решения зависит дальнейшее развитие событий в регионе. Россия настаивает на продолжении своей миссии, но и в Москве понимают, что долго не продержится, хотя готовились давно. Есть сведения, что российских миротворцев готовили к миссии в Карабахе уже в июле 2020 года. Причем российские эксперты не скрывают, что ценой ввода миротворцев Российской Федерации стала сдача Шуши и Гадрута. Западные сопредседатели Минской группы ОБСЕ, Соединенные Штаты и Франция, все упорнее настаивают на возвращении к переговорам в формате Минской группы и определении статуса Арцаха. Это, в свою очередь, предполагает размещение международного миротворческого контингента, и не на линии 9 ноября. Это может произойти скорее, чем можно полагать, тем более, что Россия вступает в зону турбулентности, а в таких случаях Россия уходит из региона, позволяя армянам решать суверенные задачи. Руководство Армении никак не может выйти из трехсторонних договоренностей и ищет альтернативы там, где их нет. Армения приняла сегодня председательство в ОДКБ, и на саммите, в котором физически не принял участие Путин, были подписаны документы, касающиеся развития миротворческого потенциала ОДКБ. Они предусматривают возможность задействования миротворческих сил ОДКБ в миротворческих операциях под эгидой ООН через координирующее государство, член ОДКБ, пояснил генсек ОДКБ Станислав Зась. ООН упорно не предоставляет ОДКБ лицензию на миротворчество, собственно, сам блок только сегодня внес в свои документы законодательную базу для этого. Тем не менее, Россия, видимо, готовится к неизбежному обсуждению арцахского вопроса в ООН и резолюции о международной миротворческой миссии, надеясь добиться замены российских войск миротворцами ОДКБ. Россия довела свою позицию до Баку в связи с азербайджано-турецкими учениями в Лачине. Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сказала на очередном брифинге, отвечая на вопрос корреспондента общественной телекомпании Армении о совместных учениях Азербайджана и Турции в Лачинском районе Арцаха, которые стартовали 6 сентября и проводятся с боевой стрельбой. Как к этим провокационным учениям относится Москва, совместные турецко-азербайджанские учения в Лачинском районе не препятствуют ли усилиям по утверждению долгосрочного мира, безопасности и стабильности в регионе, спросила журналистка. Российская позиция на этот счет была доведена до официального Баку. С учетом того, что она была с пониманием воспринята азербайджанскими партнерами, я, честно говоря, считаю возможным воздержаться от публичных комментариев. «Мы находимся с азербайджанскими партнерами в контакте», — заявила Захарова. 16 сентября председатель Национального собрания Армении Ален Симонян принял делегацию во главе с членом Палаты лордов парламента Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии баронессой Кэролайн Кокс, сообщает пресс-служба Национального собрания Республики Армения. Приветствуя гостей, Симонян подчеркнул, что для него честь принимать большого и верного друга армянского народа. Он заметил, что Кэролайн Кокс широко известна и любима в Армении, и эта мысль не преувеличение.
Ален Симонян поблагодарил баронессу за постоянное содействие Армении и Арцахну на протяжении многих лет. Спикер Национального собрания и баронесса Кокс обсудили ситуацию, сложившуюся вследствие войны, а также проблемы, связанные с удерживаемыми Азербайджаном военнопленными и гражданскими лицами. Баронесса выразила обеспокоенность деструктивными заявлениями Азербайджана на различных международных площадках, в то же время выразив надежду, что при действенной поддержке международного сообщества удастся решить вопрос репатриации пленных. В завершении встречи достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве, говорится в сообщении.